Все мы пользуемся визитками. Обычно они по карманам где-то валяются, там в каких-то сумках теряются, в автомобиле где-то. Ну, в общем-то, не все визитки важные, ну а те, которые важные, я рекомендую положить вот такую вот визитницу. Очень красивая, по мотивам творчества Густава Климта. На 28 самых важных визиток, ну там, допустим, главный полицейский в вашем городе, или участковый, или прокурор, или мэр. Ну, в общем, кого вы считаете важными, сюда положить. Они всегда будут с вами, эти визиточки, в случае чего можно достать, посмотреть, позвонить, встретиться. Спасибо.